Хорошо, 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 пошли! В мае у нас важный турнир. К нам приедут команды со всей России. И мы должны показать хороший уровень игры и дисциплины. Оставь Ледовый в покое, зачем он тебе нужен? Ты сказал, что если найду деньги, ты вернешь нам дворец. В лотерею выиграешь. В ночную лигу. Для того, чтобы играть, команда нужна. У тебя есть? А как насчет меня, Игорь? Я тоже пойду. Я тоже. Я с вами. Если вы вылетаете из лиги, мы начинаем стройку. Договорились? Договорились. Доставьте ее в жизни, ваши разногласия. На льду вы команда. У вас других вариантов нет. Извините за опоздание. Коньки долго искал. Вам не в эту секцию. Хоккей случайно не играете? А ты на коньках так же катаешься, как на роликах? Да у них нет шансов. Мы же крутая команда, у нас должен быть крутой автобус. А что происходит? По бразильской системе. Андрей Алексеевич, я только ремонт сделал. Делает опорное движение. Хоккейные папы! Я не прощу себе, если они до финиша не доедут, если их мечты рухнут. Тигры, поможете папам? Дубов, родители завтра в школу. Против отца плюешь? Ну, пап. Что, пап? Две недели без приставки. Ваня! Уходи! Ты мой чемпион, папа. Вы настоящая дружная команда. Настоящие хоккейные папы. Да я лет 100 не играл в хоккей. Вы чё? А это что такое? Кажется, я не ту бумажку отдал. А мне нравится. Мы ж хоккейные папы.